Слободе водитель Audi сбил велосипедистку и уехал с места аварии. Он был пьян. Видео с камер безопасного города. За рулем Audi был 59-летний мужчина. Позже его нашли спящим в той же машине в Карагаше. У него взяли биопробы. Были признаки алкогольного опьянения. Пока водителю машины грозят крупные штрафы и лишение прав до 2 лет. Будут решать и насчет уголовной ответственности. Ждут заключения судебно-медицинской комиссии, пишет МВД. У 27-летней велосипедистки травма головы и ушибы по всему телу. Сейчас она на обследовании в Лечгородке. В Рыбнице остановили пьяного водителя. Оказалось, его уже лишили прав за вождение под градусом. 30-летнего мужчину остановили рано утром. Это было накануне. На видео он сам говорит: выпил 1,5 бокала. Тест на алкоголь подтвердил, что мужчина пьян. Дым до щелчка, пока не будет звука. Пока не щелкнет, да? Да. Все? Да. Да, достаточно. Немало там по-любому. Ну что, я выпил сегодня, у меня 1,5 бокала. Озвучь. 1,5? 1530. Это алкогольное опьянение. В феврале 2023-го его уже лишили прав на 2,5 года за то же самое. Сейчас водителю грозит уголовная ответственность, пишет МВД. Похожий случай в Парканах. Там остановили 28-летнего водителя. Алкотестер показал, что он был пьян. При этом водительского удостоверения у нарушителя нет. Ранее его уже привлекали к административной ответственности. Теперь его ждет штраф до 7 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.